Мистер и мисс Лето. В торжественной обстановке в ресторане «Конек» прошло награждение победителей конкурса от информационного агентства «Страна Советов». Фотосостязание проходило в два этапа. Претенденты выкладывали тематические снимки своего летнего отпуска на сайте информагентства. Победители определяли читатели, голосовавшие за фото. Все финалисты фотосостязания получили ценные призы. Очки, украшения, сертификаты на занятия танцами, английским языком, спортивными играми, прыжками на батуте, сладкие десерты, наборы косметики. Всего более 40 призов «Страна Советов» вручила победителям. Главный приз – 5 занятий у мастера маникюра получила Анастасия Карпова. По словам организаторов мероприятия, они не ожидали, что конкурс вызовет такой ажиотаж у саратовцев. Фотоконкурс был очень интересный, значит, очень запомнилась борьба среди девушек. Я просто заканчивал, как остановил голосование в 12 часов ночи, 8 сентября, и прям до последних минут шла ожесточенная борьба между первым и вторым местом. До конца лидировала Алиса Марковина, но прям буквально за 2 минуты она ее обошла Анастасия Карпова и набрала еще 3 голоса, которые позволили выиграть первое место. Я, на самом деле, был удивлен, потому что было позднее время, уже как бы люди нормальные все спали, но девчонки боролись до последнего, видимо, очень хотели выиграть этот приз, и мы очень рады, что мы смогли подарить людям такой вот, скажем, возможность. Этот приз – это моя мечта. Я вот только недавно задумалась, на самом деле, о том, что хочу начать заниматься ноготками. Вот. И когда мне сказали, во-первых, сначала разыгрывался другой сертификат на прическу, вот. А когда сказали то, что поменяли, и то, что на шеллак и так далее, у меня прям загорелось, и я захотела завоевать это первое место. И когда выиграла, у меня, конечно же, было много радости.